И очередное видео неочищенных дворов. На этот раз кадры с Мира 17. В скором времени, говорят жильцы дома, можно будет надувать резиновые лодки и отправляться в коллективное плавание. Рубрика «Новости наших горожан». Вот этот дом Мира 17. Посмотрите, сколько снега. Вот. И вот за сегодняшний день какая лужа. И не пройти, не проехать. А через пару дней, посмотрите, сколько здесь снега. Здесь вообще буду июля месяца, лужа такая, что Нива не может проехать. Посмотрите, люди уже не могут проехать.